Чтобы стать его участником, нужно 18 марта прийти на свой избирательный участок, сделать фото специального стенда и выложить его ВКонтакте или Инстаграме под хэштегами «Голосовач23» и название города, в котором голосовали. Итоги подведут с 25 марта по 1 апреля. Всего разыграют более 100 призов, среди них айфоны и айпады. Работы будут приниматься с 18 по 20 марта. Подробности об условиях и правилах конкурса на сайте голосовач23.ру.